балбесов, которые тут иногда что-то пишут. Потому что у меня все хорошо. Рамиль, а зачем? Вы меня там ждете в Сарове или что? У вас пропуск есть? Вас пустят в Саров ко мне? Зачем? Просто объясните, зачем? Привет, Кирилл, отец. Значит, не Кирилл, но все равно. Все равно отец. Остановился просто. Я говорю, мне так понравился здесь вот эта вот Майя Вилла. Юник Кондо Отель. Дешевый. Просто обычный. Вот на улице. Я взял, остановился. И вот думаю, дай с вами поболтаю. Хотел сегодня записать, говорю, видео для одних продюсеров, потом думаю, что я буду записывать, что они клоуны, что ли, же они бегать не умеют там или прыгать. Еще найдите таких каскадеров, которые умеют то, что я умею. И решил им потратить старое видео, сам там, решил плениться немножко. Арсенал сегодня меня, как всегда, почти в последнее время подвел. С утра отдал свое настроение. Я почему-то знал, что они не отыграются. В общем, не знаю, мне кажется, тут надо Артета убирать. Какой-то он мутный пассажир. У него какая-то депрессия идет от этого Артета. После боя мы все обсудим пошагово. Но я пока вот так вот скрестил пальчики, чтобы ничего плохого не случилось. Потому что если не будет каких-то форс-мажорных вещей, все будет нормально. Вот ракурс, который более выигрышный. Все, Алекс, не знаю, надо бороться, пока молот, а потом она сама приходит. Смешные вы парни. Разницы никакой. Никакой сиесты. Тут просто, не знаю, на улице шторм, ой, на море шторм, сильный шторм, очень сильный шторм. Купаться невозможно, и даже там пляж смыл такой тихий, где я хотел все подснимать. Навросов, вы меня там ждете? Скажите, где вы меня там ждете? Во сколько мы с вами встречаемся? В каком городе? Ребята, все опасны, все опасны, все опасны, поэтому может быть. 50 Cent я позвонил, если надо мне что-то не передать. Как и моему новому черному знакомому, с кем фильмы снимались. Я вот что-то тоже померз 5 лет, думаю, что я мерзну, зачем? Смысл какой, мерзну, зачем? Все колени болят, все болит, не позанимаешься. Здесь он, получается, сколько я позавчера час бегал, 5 часов шел. Потом еще мне звонят, говорят, Олег, вы же договаривались с семинаром. Я говорю, хорошо. И мы там в кромешной тьме сделали часовой семинар. Ну, фотку, наверное, видели там. Правда, стоило, по-моему, двоим
попадание в блок. Шутки тут дебильные, не люблю. Профессиональных у меня ни одной травмы нет. У меня колени, они по жизни болят. Не болят, а выскакивают. Все, я вроде отдохнул. Такие малышки толстые. Вам нравится мексиканская еда? Я не знаю, я сам готовлю, но мне нравятся продукты, которые я здесь покупаю. То есть очень много гуакамоле, очень много овощей. Манго перестал есть, потому что я от него толстею, как выяснилось. Папайя стараюсь есть каждый. Работать будет так же. По-испански очень сносно, прям сносно. Так, ну чё, пошёл я дальше. Спасибо.